мы вам покажем, как можно зарегистрироваться в личном кабинете. Заходим на сайт kravira.by. В левом углу экрана внизу нажимаем «Личный кабинет». Вводим ваш номер телефона. Нажимаем кнопочку «Продолжить». И ждем смс, которое должно прийти к вам на телефон. Это будет первоначальный код. 566-822. Это наш код. Он у каждого уникальный. Нажимаем далее «Продолжить». Для регистрации в личном кабинете вы вводите свои данные во вкладке «Профиль». Фамилия, имя, отчество, дата рождения, телефон, личный e-mail. Затем нажимаете кнопку «Подтвердить». Далее у вас открывается функция онлайн-записи. Выбираете филиал, допустим, Захарова, врача, которому хотите записаться, фамилия, имя, отчество врача, дату, свободное время и нажимаете кнопку «Записаться». Таким образом у вас сформировалась онлайн-запись. Для отмены онлайн-записи вы нажимаете на корзину. Далее нажимаете «Ок». Таким образом запись отменяется. Чтобы посмотреть ваши визиты и анализы, вы можете нажать вкладку «Визиты», а также «Анализы». Для просмотра ваших заключений и анализов вы подписываете соглашение на ресепшене у администратора. Позже администратор вам отправит смс-код в виде сообщения.